Привет, мои хорошие, добро пожаловать ко мне на YouTube-канал. Меня зовут Юлия, я фитнес-тренер, и у нас сегодня следующий урок по фитнесу. Я вам запишу 3 тренировки, которые вы можете делать в течение недели. Они направлены на все тело, чтобы сделать ваши пропорции правильными, X-образными. То есть это направление на нашу попочку и на наши плечи. Итак, о фитнесе я могу говорить вечно. Но я начну с фразы, когда мой учитель по легкой атлетике сказал: физкультура – это хорошо, спорт – это плохо, большой спорт – это очень плохо. Просто хочу такую предысторию вам дать. Если вы будете бегать, прыгать, заниматься очень тяжелым фитнесом, когда вы к этому не готовы, вы только себя будете разрушать. Когда у нас уже сформировано все тело, наши косточки, наши хрящики, сплетения, все сформировано, тогда большой нагрузкой мы его только разрушаем. Поэтому, девочки, должно все быть комфортно для вашего организма. Вы не должны убиваться, как говорится. Я знаю, есть известное понятие, это нужно выходить со своей зоны комфорта. Это действительно так. Вам нужно переступать свою зону комфорта, выходить с нее, дожимать себя, но не во вред здоровью. То есть ваша физ-программа должна быть сделана на ваших особенностях, именно для вас. Когда вы меняетесь, вы должны повышать свой натуральный гормон роста, который, кстати, выделяется у нас здесь, я отдельно рассказываю о гормоне роста на своем курсе, и плюсом должны увеличивать метаболизм всего тела, постепенно увеличивая вашу выносливость, веса, с которыми вы занимаетесь, количество повторений. Постепенно вы придете к максимальному своему физическому уровню, физической подготовке. Но делайте это постепенно. Я вам еще раз прикреплю линк к своему видео, какое мое самое любимое кардио. Главное правило – делайте кардио постоянно. Постоянно двигайтесь, старайтесь больше ходить, больше активничать. Чем больше вы будете заботиться о своем здоровье, физическом здоровье, тем дольше вы проживете, девчонки, и дольше останетесь молодыми и красивыми. Кардио нужно делать постоянно. Приблизительный график фитнес-программы, которая у вас должна быть в течение недели, и плюсом ждите моих следующих 3 видео тренировочки, где я вам покажу и расскажу мои самые любимые упражнения и почему только их я оставляю на постоянной основе, и мне в кайф их делать, потому что наши пропорции должны быть красивыми, X-образными, с красивыми плечиками, с красивой талией, чтобы мы могли и на каблучках, наших любимых платьишках, мы выглядели красиво, женственно, сексуально, а не мужиковато и вообще и с кривой спиной, правда? Так что, девочки, вот наша фитнес-программа. У нас остается еще один урок о наших опциях. И больше, повторяю, у меня на курсе от А до Я все для вашего изменения. До встречи! Пока! Девочки, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поставим лайки, если понравилось. Подписываемся ко мне на YouTube-канал. У нас еще очень много уроков для обучения. Мы начинаем меняться один раз и навсегда. Поток информации будет большой, поэтому шаг за шагом мы вместе разберемся и научимся. Пока!